Здорово, народ, на связи X-Привит. И шел для вас новенькую хоррор-игру, которая называется «Розовая кукла Гренни». Игра сделана в стиле Майнкрафта, поэтому давайте с вас обязательно лайк. Не забываем подписываться на мой канал, кто еще до сих пор не подписан. И поперли уже гонять нашу бабульку Гренни. Ну или она будет нас гонять в этом вот сказочном мире. О! Бабуля, ни хрена себе ты, конечно, тачкой обзавелась. Я тоже себе такую хочу. Я так понимаю, отсюда нам, наверное, ключ какой-нибудь понадобится. Ладно, поперли тогда сразу, наверное, в сторону гаража. Блин, прикольно все сделано. Кстати, оптимизация тоже неплохая, мне нравится. Так, я вижу еще один. Короче, я понял, два ключа нам как минимум уже будет нужно. Давайте тогда сюда пойдем, что ли. Блин, ну слушай, ну домина прикольная, да, такая застроенная. Красиво все сделано, мне нравится. Это типа бассейн, а где вода? Бабуля, где вода? Чик-чирик, есть кто дома? Здесь, наверное, она хавает. Наверное, уля, я могу здесь сесть. Это, о, это нам, наверное, нужно. Я понял. Значит, мы должны будем, наверное, что-то еще искать в ящиках. Ладно. О, вон идет. I see you. Бабуля. Ладно, я так понимаю, нам нужно теперь вот эти ящики постоянно теребить. Возможно, в них и будут наши ключи. А, или здесь? Ля, там вертолет. У бабули есть собственный вертолет. Слушай, я не понимаю, где ты зарабатываешь? Я тоже хочу. И машина, и домина, и вертолет. О, что-то нашел. Так, я так понимаю, кувалда тоже не просто так. Нам, скорее всего, нужно будет что-то разбить. Возможно, бабули Гренни голову. Но пока мы ходим разными тропами, это хорошо, потому что, ну, не хочется пока месяц не побегать, хочется еще здесь посмотреть, немножечко покрасова... Сюда идет? Сюда идет. Хотел сказать, немножко посмотреть, покрасоваться, возле на фоне этого дома сделать парочку селфи, но бабуля, походу, против. Ладно, давайте, наверное, обойду с этой стороны. В любом случае, у меня есть 5 жизней. А, вон, кирпичная стена. Скорее всего, ее разбить просто надо. Ну, а для чего еще, как, ну, правильно, для чего еще нужна кувалда, если не ломать стену, правильно? Здесь по-любому где-то что-то должно быть, потому что, ну, здесь больше их идти некуда. Ключик! Пора нам забрести в дом. Бабуля, я сейчас зайду в дом. Наготовила там для меня ловушек, да? Подойди ко мне поближе, я тебе и сакирой покажу, и кувалдой покажу. О, так, это какие-то цветы. Ладно, пошлите сразу лучше тогда наверх, наверное. Что-то немножко меня занесло не туда. О, кстати, а здесь мы, наверное, прятаться можем, да? Да, можем прятаться, хорошо. Бабуль, ты здесь спишь или здесь это чисто для гостей? А, это типа бани что-то, да? Ну, похоже. О, ключ! Желтый. Подождите. Желтый замок был на выходе.
То есть, получается, нам нужно... Мы можем выйти или что? Давайте, наверное, сейчас к бабуле подойду, немного ее подразню. Бабуля, у меня есть ключ. Сейчас... Блин, а что так резко музыка заиграла? А где ты есть? Где ты есть? Покажись, блин, откуда вот ты на меня прешь? Вон, вон, вижу, вижу. И ты меня видишь, да? А я сейчас, гоп, я побегу. А я не могу так быстро бежать. Почему здесь нет бега? Ой, бабуля. А что у него в руках? У него кувалда или топор? Ну, в принципе, тут в игре не имеет это значения. Если так шандарахнет, то все равно будет неприятно. Но в любом случае интересно. Смотри, оборачивайся. Опа! То кувалда, 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 кувалда. Все, наверное, пора на выход. Пора, наверное, на выход. Чё-то я уже набегался, обосрался. О, а давайте, а если я прям при ней спрячусь? Смотри, бабуля, смотри. Сейчас. Хоп, прием Копперфильда. Резкое исчезновение человека. Все, можешь уходить. Или ты надолго здесь застряла? Правильно, вали. Вали. Кстати, видели, какая у нее ночнушка розовая, да? Ну, игра так и называется, по сути, Pink Doll Granny, то есть розовая кукла Гренни. Все, ушла. Так, подождите, где-то я видел недалеко выход. А, я ж от него прибежал. О! Тебе меня не сломить! Я свободна, людина! И перемещаюсь так, как хочу и как могу. Understand me, motherfucker. Откуда? 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 Ва! Ладно, хорошо, хорошо. Сейчас найду, где спрятаться. Я вообще сейчас прям сбегу. Я сбегу, я сказал, останешься здесь одна, будет скучно. Ты без меня никто. Блин, а может я зря тут бегаю? Может там за этими воротами еще надо что-то проходить? А я типа просто ее гоняю, потому что мне реально любопытно еще на что-то здесь посмотреть. Да все, все, пошел, я пошел, блядь, неугомонная. Давай, услышь, покатай меня. А, тут колеса нету, я понял. Все, бабуля, я сбежал. Вот он стоит возле своей машины, значит, красуется. А покатать так нет, нифига. Типа сама ездит. Ну пусть сама теперь ездит, теперь сама пусть там живет. Ждет своего дедушку Гренни, который, наверное, свалил. Хотя на самом... Честно, на месте деда Гренни я постался. Ну смотри, какой домино, вертолет. У бабы вертолет. Вы... Ладно, ребят, надеюсь, видео вам понравилось. Обязательно ставим лайк этому видео, подписываемся на мой канал, кто еще до сих пор не подписан, и обязательно пишем свои клевые комментарии. Ну, а на связи был Xperavid, всем спасибо за просмотр и пока-пока.